А теперь смотри сюда, сынок. У меня проблема, и я полагаю, ты мог бы мне помочь. Я не строитель. Нет, я больше думал о твоих способностях диверсанта. Теперь вот это. Это запланированная стройка. А это? Это хозяйство, которое мы искали. Ты хочешь сказать, что этот новый офисный центр у нас на пути? Ты быстро соображаешь. Теперь я направляюсь за пределы города на минуту, и если у этого офисного центра будут стремительные и непреодолимые структурные проблемы, то я... Как мыслящий по-граждански человек, ты бы должен был вмешаться и спасти реконструкцию важной части города. Где бы мне взять побольше таких ребят, как ты? Hey, watch it, my last no joke! What's that about, pal? Ты должен сбросить по бомбе на каждую цель, а можешь бросать бомбы в любом порядке. Пусть вертолет Арсис бру... Thank you.
цель. Подними бомбу и попробуй снова. Направить вертолет Арси на бомбу, чтобы ее взять. За один раз он может унести одну бомбу. Если ты поднял бомбу в первый раз, то включается взрывной хронометр. Нажми кнопку и сбрось бомбу. Someone should hit you with a brick. Томас, хорошо, что ты пришел. Прошу прощения, что сразу перехожу к делу. Диас попросил меня проконтролировать одну небольшую сделку. Надеюсь, в этот раз проблем не будет. Именно поэтому я подумал о тебе, друг мой. Я оставил тебе кое-что в многоэтажной автостоянке. Подбери это, затем отправляйся наблюдать за людьми Диаса. Спасибо, дружище. Диас, что ж, посмотрим, как теперь пойдут дела. Come on!
Вот это мне нравится. Слушай, если тебе нечего делать, тогда покажи мне, на что ты способен. Я могу это сделать. Меня зовут Ланс, кстати. Том Версетти, идем. Вы новый человек Кортеза? Пока не возникает более удачный случай. Они сейчас будут здесь, нам лучше найти хорошую точку наблюдения. Окей, я возьму балкон, а вы идите на крышу напротив двора. Увидимся. Не заставляет меня отказаться. Не волнуйся, я тебя прикрою. Эти гритяне думают, что смогут взять рекорд мяса. Мне нужна подмога. Черт! Док! Suspect was seen in a black Ford car.